Не могу унять сердце. Смотрите, как оно бьется. Когда вы рядом со мной, я становлюсь неопытной девочкой. И мое сердце тогда берет власть над умом. Мустафа очень скучает. Я ему говорю, твой отец много работает, он правит миром, но Мустафа не слушает. Кольцо не готово. А по-моему, готово. Оно прекрасно, повелитель. Как отблеск звезды. Я тебе говорю, что не готово. Надо еще поработать, чтобы оно было достойно тебя. А сейчас иди к себе. Ночью я буду работать, не оставляя Мустафа одного. Если вам так угодно, властелин. Господин! Господин! Султан Сулейман Хан требует вас к себе. Повелитель? Разве ты не обязан охранять мой покой? Разве я не доверил тебе мою жизнь, Ибрагим? Я совершил оплошность? Разве я тебе не отдал одну из основных печатей этого дворца? Верно. Почему же ты не исполняешь свои обязанности? Почему ко мне приходит без моего и твоего ведома? Повелитель, сегодня ночью Александра должна... Ее не было, Ибрагим! Я повернулся, а передо мной Махидевран стоит. Никому не позволено так со мной поступать. Запомни это. Кто бы не осмелился на такое, отвечать будешь ты, Ибрагим. Оставь меня. У тебя, как прежде, светятся глаза, Махидевран. Благодаря вам, Валиде. Нужный совет дали. Надеюсь, тебе никогда больше не придется грустить.